А вы знали, что в России находится самый опасный мост в мире? Его длина 570 метров, ширина практически равна колесной базе автомобиля и полностью отсутствуют ограждения. На его металлическую основу просто накиданы шпалы, по которым едут автомобили. Над рекой дует сильный ветер, и для того, чтобы машины не сваливались, приходится открывать окна для уменьшения парусности. Он был построен в начале 80-х как временный на период строительства постоянного железнодорожного моста Байкало-Амурской магистрали. И так как официально мост в эксплуатацию не вводили и не обслуживали, его ремонтом занимались местные жители за свой счет и своими силами. С 2016 года проезд по нему официально запрещен, но это никого не останавливает, так как другой дороги, связывающей два берега реки Витим, рядом нет. Расположен он на границе Каларского района Забайкальского края, и называется этот мост Куандинский.